Всем добрый вечер, друзья. Elden Ring. Я хочу сегодня немножечко переучиться на что-нибудь. И для разнообразия, может быть, сетап как-нибудь сменить. Не знаю, что это будет. Может быть, мы вернемся к катанам. Может быть, мы возьмем там пару двуручей, учитывая то, что у нас персонаж там 100 плюс уже уровня. И можно статы перекинуть куда угодно. Верлойн, байгейст, привет. А что-то не понял. А что это у меня за сейф такой странный? А где это? Это мы в канализациях продолжаем путешествовать. Капец, конечно, да. Да. Какой нелепый. Ну, чисто стилистически надо с персонажем что-то делать. Привет, Мика. Фокстейл ГГ, привет. Fallen Templar, здравствуйте. Здравствуйте, всем добрый день, добрый вечер, друзья. Сегодня решил Варик не играть, потому что Варик будет завтра у нас. А чё не летишь-то, друг? Полетел, давай. Ля, какая шляпа, вообще стиляга. Вот теперь две катаны. И на Лего есть 100 ок. Ну чё, с богом, ребят, погнали. Да. Олега не могу вызвать. Могу. Ой, какой здоровый. И музыка пошла. Мог знамение. Ага. Нет. Охренеть. Что-то пошла эпическая. Олег, давай. Олег, показывай как. Нет. А чё я смог... Я смазку уж не смог использовать, потому что у меня катана стоит другая. Мне надо было мазать другую катану, надо по это самое. Олег! Слава тебе, Господи! Да, серии у него такие. Размашистые. Ой, пробил. Блин, Олега сейчас очень больно бьют. Ах ты. А бутылки заканчиваются. Я блок жал. Скоро Олег закончится уже. А кто я без него? Назад, Миша, восстанавливайся, можно. Нормально, сейчас убьем. Слушайте, я говорил, что убью в этот трай. Мне кажется, говорил. О, ачивку дали, когти кровавого пламени. Со следующей попытки будут шансы выше, говорит Зентантр. Ой, вот как не вовремя ты сообщение отправил? Вроде уже и ничего не сделать. Ну, ты его, конечно, можешь удалить, сообщение в чатике у нас можно удалить. Но уже все увидели, озвучили. Что скажешь? Да, это щимбовый щит, который все поглощает. 100 тысяч душ! Что? Так шикарный. Что? Как? А как это без подсказок? Нереально.
просто. Ладно, присядем, сейчас уровень. Сразу возникает вопрос, кто был первым, ударил, почему. Да, такие вот алтари, они встреч... ну, в целом встречались раньше. Я в коопе после босса до упора бью алтарь, многие понимают. А. Нет, там не угол! Ой, нет, нет, сейчас упаду. А! За что я там зацепился, вообще непонятно. Тихо, тихо. Ай-яй-яй, вот оно. Блин, какая-то ты тварь бесячая. Они же специально делают такие штуки, которые тебя блокируют, и не можешь дальше долететь. Если ты здесь для того, чтобы завладеть яростным пламенем... Ой, заклинаю тебя, остановись. О, это опасная затея. Хаос вытягивает жизнь, питается разумом. Да, наш мир лежит в руинах, и может показаться, что страданиям и отчаянию не будет конца. Despair. Но жизнь не сдается. Она продолжается. Ты ведь тоже видишь в этом красоту, пусть и печальную. Будущей повелительницей нельзя об этом забывать. Нёщи. Заклинаю тебя, не связывайся с яростным пламенем. Я все, я пойду связываться. Открыть дверь, капец, реально. Ё-моё. Да рано видать. Конечно, рано видать. Кажется, это просто сейчас, что происходит. Просто рано. Ой-ой. Так это ж босс какой-то. Блин. А я раздет. Что это такое? Блин, а можно как-то при... Ой-ой. Куда ты идешь? Надень штаны. Что ты делаешь? Так, а ну-ка, руки. Повязочка-то сгореть должна была. Так. Капец. Ну как бы ты здесь отъехать можешь легко. Особенно так. Нет. Нет, 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 Миш, плохая идея, плохая идея. Пей, пошел. Пей, пей, без Олега ты никто. Чип. Ладно, дай шанс. Плохо. Я не понимаю, что происходит. У него много хп. О-о-о. А можно критануть? Можно критануть. Было! Я уходил, у меня стамины нет. Короче, надо будет спрыгнуть. Попробуй, попробуй, попробуй. А-а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 -
Стамины нет, ни хрена. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Миша, ты не готов к жуку. Ты не готов к жуку. Убирай метку и позорно сматывайся. Ай. Ой-ой-ой-ой. Да. Конь. А. Не, ну все равно сложновато. Он идет? Нет, нет, только нет, 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 опять гниль. Короче, надо бежать. Я считаю, надо бежать. Одна бутылка, я его не убью. Надо бежать, надо пытаться. А там босс, ты сейчас добежишь до босса, дурачок. А ты отсюда не убежишь. Гроб. О, гроб! 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 Гроб спасет! Поплыли нафиг. Короче, там гниль накапливается, бутылка одна остается, за тобой этот полубосс бегает. Какого черта я побежал за лутом? Там же мне прямым текстом написали. Гниль, смерть. Все, нафиг. Еще один гроб. Я не знаю, меня куда-то сейчас направят опять. Но я смогу там через благодать, там перенестись сюда, снова вернуться, спрыгнуть туда. По крайней мере, выжил. Нет! А это что такое? Да сейчас ты, конечно, его убьешь. Просто вообще с первого трая. Стараюсь блокировать все вещи, которые... Какой толчок щитом? А где... А-а-а! Понятно, Михаил. Копье работает на великого змея. Не то выбил. Вот, кровотечение, как надо. Вторая фаза. Ой, это что-то я... Сейчас же пойдет. Ну, она просто наполовину хитов. Захват. Нет, нет.
Выживу, не выживу. Неполные жизни были. Выживу. Выживу, еле-еле просто. Не, только не опять. Ладно, щитом. Там явно комбинированный урон. А, взрывы. Да блин. Да как так-то? Что вот у меня осталось? Ну! А блит будет? Захват сейчас будет. Нет, 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 нет. Успел? Успел. А, опять. Ай, чё я пожадничал-то? Нормально живёшь? Да блин. Есть! Воспоминания о рождённом бездной. Ладно, друзья, наверное, на этом я все-таки закончу. Иди пока бегай, банки есть, гниль не сразу. Да, все понятно. Все, друзья, спасибо за то, что смотрели. Увидимся завтра вечерком. Кажется, завтра в 4 часа у нас будет особый турнир FIFA Old Random Cup. Давайте. Пока-пока-пока.